Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие по вопросам патриотического воспитания, сохранения и приумножения нравственных и культурных ценностей общества, обеспечения и укрепления российской государственности, а также сохранения и развития российского казачества. Совместная работа также позволит воспитать в молодом поколении чувство любви и гордости за Отечество, уважение к истории России и достижениям старших поколений. Мы договорились проводить огромное количество различных мероприятий патриотической направленности. Прежде всего в кадетских казачьих корпусах, в казачьих школах, казачьих классах, где будут не только принимать участие атаманы и казаки Всероссийского казачьего общества, но в том числе и следователи Следственного комитета. Я благодарен Александру Ивановичу Бастрыкину за помощь, которую он оказывает как член Совета по делам казачества при президенте Российской Федерации, как настоящий потомственный казак, развитию российского казачества в нашей стране. Уверен, что данная совместная работа принесет очень неплохие результаты.